Welcome to the end of eras. Ice has melted back to life. Today, Apple is going to reinvent the phone. And we are calling it... Когда вы растете, вам говорят, что мир таков, каков он есть. И вы должны жить в рамках этого мира и постараться поменьше биться лбом о стены. Но такая жизнь страшно ограничена. Жизнь может стать намного ярче и интереснее, если вы поймете одну простую вещь. И заключается она в том, что все вокруг вас, все то, что вы называете жизнью, было создано людьми, которые были нисколько не умнее вас. И вы можете все изменить, можете намного повлиять, можете создать что-то свое, и другие люди будут этим пользоваться. Главное отделяться от представления о том, что жизнь неизменна, и ее нужно просто прожить. Жизнь нужно осознать. Ее можно изменить, улучшить, оставить в ней свой след. И поняв это, вы уже никогда не будете прежними.